А? Маргарита хочет на домашнее обучение. Будешь читать? Давай вот так вот побольше сделаем. Смотри, как можно крупно сделать. Ты в песочке моешься, да? Вот она себе там норку сделала, все. Помидор. Помидор, молодец. Чуть-чуть. Она крутиться сама должна в песочке. Доброе утро. Угу. Приятного аппетита. Всем привет, ребят. Собираемся в школу, как обычно. Ничего нового. Да? Проснулась сегодня наша ранняя пташка. Первый раз так рано она встала. Ты чё встала так рано? А? Обычно она встает часов в 9-10. А тут уже с 6 часов она. Во сколько она тебя будила? Где-то в 6:45. Почти в 7 часов она тебя будила. Что-то не то случилось с Каролиной. И это не Каролина. У нас Каролина обычно встает ближе к обеду. Как у тебя носик? Не дышит? Как не пройдет, вообще ничего не помогает. Может быть, тебе ингаляцию делать надо? Что? Уф, этот пар в нос. Нет? У меня сегодня тоже было утром. Сейчас утром было у меня. Но заложим, у меня встала, потом, и он у меня все. Прошло. Ты поела? Смотрите, она какая. Парикмахер у нас. Взяла себе челочку, обстригла. Убери-ка. Каролина, не нужно это делать. Это некрасиво. Она еще подстригла, да? Это некрасиво, Каролина. И уже выходи через 5 минут, Ксюнь. Давай зубки чистить. И носик капать. Да. Я знаю, что не хочется, но надо. Осталось чуть-чуть еще. 3 недельки осталось. Или сколько там? 4? 4 недельки. 3 или 4 осталось. На следующей неделе опять праздники будут. Опять будете отдыхать 4 дня. Несет в школу своим одноклассникам. Бутылку надо. Одноклассникам своим. Слаймики нормально так вот поставь, чтобы они там не... Все? А мы тут подготовили на отправку слаймы. Обычно мы отправляем в понедельник, но у нас вчера был понедельник, это был выходной, никто не работал, поэтому сегодня во вторник мы отправим слаймики все. Да. Получилось так, что на выходной прям попало на праздник. Поэтому, ребята, те, кто заказывали, мы уже отправляем вам. Все, пока. Спорта нет? А, тебе спорт не нужен? Я забыла. Пока-пока. Так, давайте. Закрывайте окна. На, держи. Давай. Будем читать. Я когда была маленькая, у меня был тоже проектор. Ну, конечно, не такой навороченный, как сейчас. Ну да, там, да-да-да, нужно было прокручивать ее. Да. И там это тоже были сказки. И вот только здесь удобно, то, что ты можешь сейчас можешь брать его куда угодно, да? Ты можешь, там, например, вот на потолок посветить, да? Можешь лежать на кровати, можешь на стенку, куда угодно, да? Вот туда вот прямо, если стенка свободная. Все, читать будем? Мы решили сегодня попробовать почитать у Макса в комнате, потому что здесь потемнее, чем у нас там, чем у девчонок. Потому что здесь жалюзи хорошо закрываются, а там не очень. И как раз здесь такая свободная стена. Маргарита будет читать, Макс? Будем читать? Так, в общем, сейчас мы наставим на эту стену. Здесь можно отрегулировать резкость вот этой вот кнопочкой. Да, на камере резкость не очень. Вот здесь вот есть вот такая вот кнопочка. И сейчас мы настроим резкость. Нет, в принципе, она хорошая. Вот так вот. Нормально. Да, вот так хорошо, да? Все, будем читать мультикубик. Куда поставим? Вот как раз сюда мы поставим. А можно мне потом посмотреть фильм? Можно. Как, как почитаешь, можно посмотреть фильм. Так, тут у нас какие сказки есть. У нас есть здесь Бэмби, Винни-Пух, первая часть, Гулливер,
в стране лилипутов, дикие лебеди, кот в сапогах. Это ты, кот, я ты кота в сапогах, да, читала? Да. Так, кошка, гулявшая сама по себе. Маугли. Маугли будешь читать? Угу. Так. Их тут много. Ты хотела малыша и Карлсона? Угу. Часть 1. Я смотрела уже. Малыш и Карлсон, часть 1. Все? Будешь читать? Давай вот так вот побольше сделаем. Смотри, как можно крупно сделать. Ну-ка, может, давай я на кровати сделаю. Потому что нужно, чтобы она ровно стояла и не дергалась. Смотри, вот так вот. А, на всю стену круто. По-моему, это лучше, чем книжка. От этого зрения даже не испортится. А в книжке такие буковки мелкие, а здесь крупные. Вот. Все. Здорово. Все, читай. А что из-за мелких букв может... Ну, если буковки мелкие, ты же глаза свои напрягаешь, смотришь вот так вот, прищуриваешь, чтобы увидеть буквы. Угу. А тут крупные буковки, зрение не испортится. Она состоит из папы, мамы и трех самых обыкновенных ребят. Босси, Бетан и малыша. Угу. Дальше. Я тебе буду переключать, хорошо? Угу. Все. Вовсе не самый обыкновенный малыш, говорит малыш. Но он, конечно, ошибается. Ты уже дочитала, нет? Сейчас. Ты уже на потолке читаешь? Последняя? Ответил малыш. Я буду там ходить только с Карлсом. А, все? Закончила? Молодец. Ну что, интересно? Очень. Даже оторваться не можно. Я целую книжку прочитала. Это я никогда бы не делала. Просто так. И когда я читаю обыкновенную книжку, я засыпаю. И плюс еще я ее не дочитаю. Не дочитываю. А здесь интереснее, здесь ярко, да? Я целую книжку прочитала. Молодец. 52 страницы. Молодец. Я сегодня вечером еще одну прочитаю. Еще сегодня вечером? Давайте сегодня вечером почитаем перед сном, хорошо? Угу. Ладно, ты на улицу пошла? Да. Давай, на, выключай. Надо его на зарядку поставить. Сколько страниц ты прочитала? 52. 51 страница? Так быстро? 51 страница. Молодец. А ну там они коротенькие же. Да, нужно зарядить 20%. Ой. Давай. Давай я на зарядку поставлю. Все, давай, иди на улицу. Молодец. Я тебе... Вот мам, это да. Телефон. Вот это да. Нет у меня батарейки. Села батарейка. Мама, только тут тебе. Красота какая. Прям дискотека настоящая. Кстати, у Маргариты появилась геометрия. Я не знаю, во сколько... У вас было в прошлом году, Марго? В прошлом? Да. Нет. Нет? А почему у вас есть Ксюнь? У нас уже была. Как у тебя? Если ты же в третьем классе только. У нас уже была. Геометрия? Да. Мы это сделали с этим. Линии? Да. Странно. Это ну, в общем, Маргарита, получается, в четвертом классе, и у них вот уже геометрия. Да, мама, у них другая учительница. Но у них интересная геометрия такая. Была бы у нас такая, я бы с удовольствием ее делала. Смотрите, они пока учатся вот так вот рисовать линии. Такие же, допустим, вот здесь вот есть уже рисунок. И они теперь должны повторить. Я-то думала, что они там уже графики разные составляют. Угу. Вы должны фигуры тоже знать. Цилиндр. Блау, вюрфель, рот. А, раскрасить нужно, да? Цилиндр голубого Мама. Цвета, а этот красный. Это цилиндр? Вот цилиндр. Цилиндр, вот. Мам. Вот цилиндр. Цилиндр. А? Маргарита хочет на домашнее обучение. А? Что это? Что это? Что это? А? Домашнее обучение? Дома учиться. Ну, я тоже хочу. Нет. Я хочу в школу ходить. Ну, да. Зачем вам домашнее обучение, если в школу прикольно ходить? Я хочу. Это так скучно в школе сидеть, все орут, бесит.
Бесит. Бесит. А мне кажется, наоборот, дома скучно. Нет. Можешь вставать, когда хочешь, можешь делать уроки, когда хочешь, можешь ложиться спать, когда хочешь. Ну, так ты к этому привыкнешь. Можешь делать, да, уроки, когда хочешь, потом можешь делать. Ну, смотри, вот ты в школу ходишь, у тебя дисциплина, правильно? Ты знаешь то, что тебе нужно вставать утром, идти в школу. А когда ты почувствуешь то, что ты управляешь всем вот этим своей учебой, да, можешь управлять. Вставать, когда хочешь, уроки, когда хочешь делать. Полдня проспишь, проснешься, ну, проснешься ты в 12, потом ты пока встанешь, все дела сделаешь, покушаешь, переоденешься. Уже почти вечер будет. И? Заниматься. Скажу, ой, сегодня не буду заниматься, позанимаюсь я завтра. Пойдешь на улицу погуляешь завтра. Завтра опять ты будешь спать до 12. Опять там уже, пока ты встанешь, переоденешься. Тем более, какая ты медленная. У тебя это до самого вечера будет. Процедуры твои. А уроки когда делать? Ну. А здесь у вас хоть какая-то дисциплина. Вы знаете, что вам нужно 8 часов в школу. Что вам нужно это, вам нужно то сделать. И все. Поэтому насчет домашнего обучения... У нас здесь есть в Швейцарии домашнее обучение. Ну, есть очень. Детки, мало, конечно, маленький процент. Так что никакого домашнего обучения. Где там наша Кики? Ты в песочке моешься, да? Вот она себе там норку сделала, все, ушла. Ушла Кики. Смотри, смотри, роет. Кикусь, Кики, ты где там? Кики, вот ты где, привет, привет. Ты что прячешься от нас? А? Выходи, давай поиграем. Выходи. Мама, я трогай. Нет, не надо ее трогать, пускай она кушать хочет, не мешай. Она кушать хочет сейчас. А нет, она ушла, смотри. Мне кажется, она подросла немножко. Или мне так кажется? Какое-то жесткое сено. Может, уже убрать это надо? Ты поставить. Не знаю, если будет, она грязневает это. Ой. Закрываем? Да. Все. А? Я не знаю, Каролин. Я Ксюшин пароль не знаю. Не знаю, я ее пароль не знаю. Не знаю. Тут играем. Взяли карточки с этой игры. Кто я? А ну. Давай. Тянем и называем на русском. Дом. Дом, молодец. Макс, это что? Па? Помидор. Помидор, молодец. Это кетчуп, это, ну, это же, ну да, кетчуп делают с помидоров. А это да. Кто? Это... Ну это тяжело. Са? Са? Ва? Ва. Сава? Ва. Нет, молодец. Мама, дальше. Это не... Ну это Макс знает. Да. Макс. Мухино. 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 Снеговик, молодец. Я. Нужно первые буковки подсказывать. Кто там? Что там? Да. Покажи. Покажи нам. Ванна. Ну и что это? Ты не знаешь, что это? Это. Ну по-русски как называется? Цве. Цве. Тут. Цветотик. Молодец. Я смотрю, там туда-сюда пробегают. Открыто у вас здесь. Открыто. Вы сегодня уже бегали. Так что давайте сидите дома. А то я там пропылесосила уже вон сколько мусора от них. Вы уже сегодня бегали, зайчики. Девчонки на улицу ушли гулять. Маргарита пошла в магазин, ей нужно купить маршмеллоу, потому что они в пятницу идут
в поход, и они там будут маршмеллоу жарить на костре. Мама! Если погода еще хорошая будет. Макс, ты еще не назвал, что это такое? Поджевать. Ракета. Ракета. Что ты делаешь? Сериалити? Так ты же уже видела. Ну, еще раз. Понятно. А, это последняя серия? Всем привет, ребят. У нас сегодня в гостях... Понятно. Ну, смотри. А ты что делаешь? Я была оружие и кушала. Нет, не кушала. Что-то все разбежались по разным комнатам. Ты, ну, наша красавица. Ну не кусай меня. Смотрите, она уже тут накакунила. Ее как достаешь, она так сразу накакает. Ты такая care. Лапулечка. Тебя так хочется прям обнять, так сильно-сильно-сильно прижать. Так хочется прям вот, прям так ее сжать. Аж это. Что ты кекаешь тут везде? Она кекает очень много. Кика. Кики. Кики. А, Кики? Кикает. Давай, в песочке будешь копаться? Смотри, вот так вот. Вот так. Чуть-чуть. Она крутиться сама должна в песочке. Вот она моя бэйби. Купаться! Только не делай мне кусь. А что, страшно, да? Дальше. Ну давай, смотри, давай, давай какашка. Сюда. А потом ночью, она ночью выходит вон туда, вон сегодня ночью она вон там сидела. Где? Смотри, видишь, смотри, смотри, видишь, она частица. Где? Она сидела вон в этом кольце, да? В этом. И она там выплюнула все зернышки, да? И сидела, кушала спокойно. Это свой душ. Смотри, смотри, как она моется. Такая зайка. Девчонка. Там новая книжка, там появилась новая книжка про смешарики. Угу. И потом еще прочитала, то есть Карлине прочитала эту про смешарики и нет, еще нет. И еще этот Винни-Пух. Молодец. Так, шутер. Ой, моя какашка. Надо бегать. Будет с собой Фили, взять Фили. В школу нашу зверечку. Смотри, она сейчас уйдет там в норку. Нет. Все, в домик пошла. Давай, убирай кокульки. Так, все, давайте, девочки, уже 11 часов. Давай, иди мой. Все, она спряталась. Да, вон там она сидит. Пошли, что ты? И носик капать, носик вообще не капаешь. Так и не прошла у нас аллергия наша. Это? Да, у тебя 3 штучки осталось. А сколько тебе вообще пропить нужно? Один курс вот этот, да? Одну упаковку? Знаешь? Ну вообще у тебя нос вообще, да, не пробивается. Вот он мне это смотрит. Пожалуйста. 11 часов. 11 часов. Нет. Нужно было раньше. Раньше я гуляла. Надо было гулять. Нет, надо. Все, ложись. Читала, молодец. Читала, молодец. Мультикубик? Молодец. Три книжки. Три сказки? Я за день никогда 3 книжки. Пока. Пока. Все, ребятки, всем пока. Спокойной ночи. Пойдем, Каролина, спать тоже. Спать. Пошли. Давай, давай, иди, иди. Поворачивай. Все, пока. Спокойной ночи, пока, ребят. Смотри, мам. Пока.